25 декабря в Гагарской средней школе номер 4 прошел торжественный новогодний праздник, куда были приглашены педколлективы района. Праздничную программу открыл номер, посвященный памяти погибшим в Отечественной войне. Директор школы Гурам Бочгу в своем поздравлении отметил важность того, чтобы никто не забывал, какой ценой была завоевана победа. А также он пожелал всем гостям мира, благополучия и взаимопонимания в новом году. Это необыкновенный праздник для каждой семьи, для каждого человека. Начиная с самых ранних лет, особенно начальное звено, еще меньше дети, они этот праздник ждут как никогда. Для них что-то необыкновенное. Порой и взрослые становятся такими же. Потому что у каждого есть своя мечта, что в новом наступающем году исполнится у всех свои мечты. Завучем по воспитательной части Марина Ишхарава была подготовлена праздничная программа, в которую входили песни, танцы, конкурсы, викторины. А ее школьный коллектив «Улыбка» смог создать в зале атмосферу наступающего праздника. Педагогический коллектив 4-й школы и дирекция провела корпоратив для учителей Гагарского района. Завуч по учебной части Сария Барциц поздравила всех гостей и пожелала провести Новый год в благоприятной праздничной обстановке. А сейчас разрешите мне также сердечно, от всей души поздравить вас всех с наступающим Новым годом. Пусть этот год принесет всем нам как можно больше счастливых дней, позитивных, ярких эмоций, хорошего настроения. Пусть в ваших семьях навсегда поселятся мир, уют, спокойствие, гармония и взаимопонимание. Гостями праздника были представители администрации района, заместители главы администрации Геннадий Цишба, Владимир Дженя, председатель собрания Гагарского района Астана Агырба, а также представители отдела образования и культуры Гагарского района. Владимир Дженя отметил, что это не первый его визит в 4-ю школу, и каждый раз мероприятия, проводимые здесь, вызывают у него восхищение и положительные эмоции. А также от лица администрации Гагарского района он пожелал гостям успеха в осуществлении всех желаний в новом году. Уважаемые преподаватели, уважаемые гости, ученики, хочу поздравить с наступающим Новым годом. Всех, каждого накануне Нового года есть мечты, планы на будущее. Желаю всего наилучшего, здоровья, счастья, благополучия, чтобы все ваши планы нигде были бы. Не оставались в мечтах, а реально были в жизни исполнены. Заведующая отделом образования Гагарского района Мадина Ажиба и главный специалист Юлия Канджария поздравили всех коллег с наступающим Новым годом. Пожелали терпения в нелегкой работе. Дорогие учителя, все работники образования, которые связаны и занимаются самым благородным детям. Это работа с детьми, с нашими замечательными воспитанниками, с нашими детками. Процесс подготовки к празднику, он более занимательный и яркий, чем само мероприятие. Я желаю вам всем мирного неба над головой, благополучия, добра, сил и терпения в нашем нелегком труде. С наступающим Новым годом! Чан Силашнея! Я хочу в первую очередь поздравить всех присутствующих с наступающим Новым годом. Пожелать вам здоровья, счастья, радости, терпения, прекрасных учеников, чтобы в каждом доме всегда был уют и чтобы сын у вас был хороший. Гагарская средняя школа номер 4 не раз проводит мероприятия районного уровня. По окончанию праздника желания расходиться не было ни у кого. Гости отметили высокую организацию и подготовку. На следующий год эстафету проведения мероприятия передали Махадырской средней школе.